солнечным утром в начале июня на теплом крылечке лежала кисуня. Скучала, зевала, да лапу лизала. А мимо кисуни крысуня бежала. Сказала крысуня: «Ах, что за манера! Скажите, ну кто ж так зевает без меры? Пора вам, любезная, помнить и знать, что лапой нужно свой рот прикрывать». «К тому же какая привычка дурная, облизывать лапы, пока я не знаю. Пора вам, любезно, помнить и знать, на лапах микробы нельзя их лизать. К тому же ужасная поза не так ли, в ней гордости нет, дорогая, ни капли». «Пора вам, любезная, помнить и знать, на улице нужно красиво лежать». Безоблачным утром в начале июня на теплом крылечке лежала кисунь. Зевала, скучала, тихонько урчала. Внутри у кисуни крысуня молчала.